деньги. Прошу. Олигарх Геннадий Морозов официально подтвердил развод с внучкой экс-губернатора Московской области Елизаветой Лобковой. Как сообщает СМИ, молодая пара не смогла справиться с проблемами и кризисом семьи, и трехлетний брак дал трещину. Какая нахрен трещина? Молодые, красивые, богатые живут себе в удовольствие, отдыхают, путешествуют, не сидят дома, не кисут как говно. И вот у них трещины и проблемы, а? Наверное, вон яхту не смогли выбрать, или вон новый цвет Мерседеса. Проблемы, блин, у них. Тут от получки до получки вон с двумя детьми выживаешь. Да еще вон младший кота принес. Он мой позвонил, говорит, подшипники сгорели, эти еще как их надо менять, колготки, тьфу ты, колодки. А их не поменяешь, на работу завтра не выйдет, гадель должна каждый день работать, блин. Мам, у меня порвались джинсы. Мам, я хочу в парк. Вот тут и думаешь, то ли джинсы новые купить, то ли зашить их, но в парк все вместе пойти. А они мне тут про проблемы, да про развод на фоне кризиса. Ой. Нормально видно? Нет? Да видно, видно. Все, вот так вот держи. А я, блин, ты куда погнал? Ты мне прям на ногу наехал, блин, давай заново, блин. Поехали. Подожди, я танец забыла. Ой, подожди, я не нажал, кажется. Так, стой. Короче, садись за руль, я тебе покажу, как надо, у тебя ничего не получается. Ой, давай. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. Ребят, время. Поехали, что ты сидишь? Я тебе говорю, давай быстрее, ты два часа то одно снимаешь, а другое. В итоге мы ничего не успели. Все это из-за тебя. На, держи свой поганый паспорт. Если бы ты сразу сказал нормально, Алёна. Да все, не ори. Давай в нашей машине пробуй. Жопу выставлять, ты дура, нет? Поперла в ванну, 100 градусов жары, совсем хочет угробить малыша. А кормит она его чем? Кошачьей едой, господи. Короче, пора на нее заявление в полицию писать. Там тебе какое-то письмо пришло. Как отказано? Да куда они там все смотрят? Что, совсем сдурели, что ли? Сейчас я сама к ней пойду и покажу ей все. Где он? Кто он? Маленький, несчастный ребеночек. Так это ты на меня заявление написал? Я и чё? Ненормальная, сумасшедшая. Ну-ка вон отсюда. О, инстаграма у вас, бабушка, нет. А то бы я еще глаз на нее отравила бы. Ты на одежду. Это получается, что ей на рюкзак на новый, за ее пенал. Кстати, Соня, на тебе на рюкзак, да на пенал 2000. А я хочу еще кроссовки новые. Нам отец еле выделил деньги, блин, на тебе на рюкзак новый, да на пенал. Понятно. Совсем уже молодежь обалдела, кроссовки им каждый год бери, а. Мам, ну какой своровала? Мне на все хватило. Да ты моя экономная, вся в меня пошла. Доня, а там кастрюли есть? Там есть все. А то там папка на новые кастрюльки денежку выделил. Я просто, ты же знаешь, красную сумочку еще с того сезона хочу. Мечта сбывается. Подошел к концу, и вы теперь знаете, что такое психосоматические заболевания. Спасибо вам, наши дорогие зрители. Боль в спине. Это от ненависти. Боль в пятке. Это от злости. Боль в шее. Это от печали. Алло, Катя. Катериночка, здравствуйте. Запишите мне на тренинг от печали, от ненависти, от злости. У меня шею, спину все свело, и пятка еще. А с чего вы взяли, что это психосоматика? Это 100%, я в интернете посмотрела, уже 100% так пишут. Сначала явитесь на прием. Что? Ты видишь, как мне плохо? У меня печаль, ненависть и злость. Все психосоматика. Сейчас я тебе расскажу твою психосоматику. Вчера ты решила передвинуть кровать в нашей комнате. А днем во время уборки ты решила потанцевать. Всю ответственность на себя взяла шея. А сегодня утром ты заявилась домой после девичника. И, видимо, там всю ответственность на себя взяли пятки. О какой психосоматике может идти речь? Дура, травла. Самое главное,
главное что? Что вот у меня хоть дофига подписчиков, у меня фляга не светит, как у моих друзей. Ну да, да, есть такое. У меня у подруги, извините, мне там тоже 150к, она нашу исполняет, у нее реально она зазвездилась. Другая бы популярная. Не буду. У меня все равно никаких заскоков нет у моей подруги, знаешь? Аккуратненько, давай, пожалуйста. У меня виниры аккуратно. Все заскоки, знаешь, это ни к чему, это некрасиво, да ведь? Потом купаться, не хочу это кушать больше. Знаешь, у меня есть одна знакомая, она вообще настолько зазвездилась, ты меня сейчас слушаешь, нет? Что он не позволил своему парню себя поцеловать, представляешь? Ужас, абсурд. Идем, идем, скорее, скорее. Аккуратно руками, пожалуйста, палатки. Слушай, такое течение было горячее, ты чувствовала? Я тебе скажу, это не течение было. Ты что, в море пописала? Я пописала в море, я Алло, девушка, а мне бы это, путевочку в Турцию сколько стоит? 1050. Сколько? Да уж с моей зарплатой поедешь в Турцию. Блин, я так хочу на море. Ну блин, если мне в принципе взять какую-нибудь подработку. По немножечку, по малюшку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу с утра, на работу по немножечку, по малюшку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу с утра, на работу. Алло, девушка. А, это вы хотели в Турцию? Есть билетики, бронируем? Да нет, нет. Давайте пока в санаторий посмотрим какой-нибудь оздоровительный. Эти носки. Это просто невозможный ужас. Я больше так не могу. Повсюду, понимаешь, повсюду его грязные, вонючие носки. Ты бери с него за каждый носок от 500 до 1000 рублей. По степени вонючести, согласно статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение... Это за полтора косаря очень можно. ...к эксплуатации жилых помещений, вы еще положили штраф от 500 до 1000 рублей. Ты мне должен 2700. В смысле? Да в прямом смысле, даже в административном правонарушении сказано, что это облагается штрафом. Да то, что ты разбрасываешь повсюду свои носки. Ах, носки мои тебя достали. Вот эти волосы я вытаскиваю уже третий год. Твои грязные ватные диски усыпали нам всю ванную. А твоя косметика разбросана в каждом углу. Да ладно, ладно, ладно. Что, носки состернуть? А могла бы быть 1000. Я похудею, разбогатею, выйду замуж. Не поверишь, я ведь тоже. У меня даже маятник уже запущен. А я вот свой прямо сейчас запускаю. Скоро все поменяется. Да, вроде все норм. Деньги есть. Уже минут 5 кг, кстати. Мужик вон рядом храпит. Как ты это сделала? Я все делала, как говорят спикеры. Какие скиптеры? Спикеры. В марафоне, в моем, алло. Донь, ты что на Катьку трубку-то бросаешь? Мам, так у меня скиптеры. А у меня то сон с четверга на пятницу, блин. Дура, тра-ла-ла-лей. Так, куда это мы тут собираемся? Кисю, ты сегодня уже говорила, что я к Маше поеду. Вечно ревнуешь на ровном месте. Да люблю, Саш, ну ты весь твой красный. Это самый лучший. Да, Саш, ты еще за тебя попала куда? Да самый лучший, блин, все. Похоже, она меня разлюбила. Как бы ее проверить? Напишу ей, что ухожу от нее, а сам спрячусь под кровать. Посмотрим на ее реакцию. Слушай, что я тебе могу сказать? Довела я своего, он меня ушел, представляешь? Как я вообще могла выйти за него замуж, я не понимаю. Блин, почему мы раньше с тобой не встретились, а? Все, милый, бегу. Я вижу твои ноги, торчащие из-под кровати, я в магазин за хлебом, люблю тебя, дебил.